Кай делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, точнее прохождение этой замечательной карты о зомби-апокалипсисе. И, к сожалению, сегодня у нас финал, но не расстраиваемся, потому что я уже нашел новую часть этой крутой карты. И будет она выходить или нет, зависит только от вас. Ребята, мне реально нужно знать, хотите ли вы продолжение. Вам нужно просто мне сказать, поставив лайк, потому что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же пойму то, что вы хотите продолжение этой замечательной карты, потому что, как я вижу, она вам понравилась. Ну, ребята, это не предел, можете ставить лайки, чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая часть, и тем быстрее мы начнем новый сезон. Да, ребята, поэтому не поленитесь, это всего лишь секунда, чтобы поставить лайк, но мне реально будет очень сильно приятно. Тем самым, каждый ваш лайк влияет на то, когда выйдет новая серия, поэтому, ребята, может, именно твой лайк решит, выйдет она или сегодня, или завтра, или послезавтра. Поэтому не ленитесь. Также подписываемся на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И, в принципе, я буду рад, если новый друг вступит в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю, кто еще не подписан на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы подписаться. Но, в принципе, сейчас мы будем заканчивать вот это и приступать к самому видео. Ну что, ребята, в этой серии мы потопаем в полицейский участок и все-таки догадаемся, как же нам сбежать с этого города. Может, опять на вертолете, может, опять на чем-то другом. Посмотрим, ребята. Но я еще раз бы вам хотел сказать большое спасибо. Вы реально сумасшедшие, потому что я не знаю, но, ребята, вам реально понравилась эта карта. И первая часть зомби-апокалипсиса, и вторая часть зомби-апокалипсиса. Ребят, за это я вам только говорю большое спасибо. Мы на каждом видео набирали больше, чем 3000 лайков. Если мы сможем это повторить в этой серии, я только лишний раз вам скажу большое спасибо, и в знак благодарности я просто выпущу для вас новое видео зомби-карты, потому что если вам нравится, то, ребята, мне очень важно мнение моих подписчиков, поэтому, ребята, если вам нравится зомби-карты, я буду для вас выпускать все, что от вас, ну, хотя бы нужно, это просто поставить лайк и не лениться. Да, ребята, ну что, мы не будем трогать мирных животных, как я уже говорил, мирные животные для нас друзья, пускай они, так, ну, это можно взять. Пускай они дальше развиваются тут. Да, все нормально, на этом... В этом мире, да, зомби-апокалипсиса. Зачем мы их будем убивать? Ух ты, ни хрена себе. А я только сейчас это нашел. Нифига себе. Круто, круто. Первая часть алмазной броньки. Ну, ребята, вы заметили то, что в целом городе не было ни одной алмазной броньки. Ни одной. Вот сейчас, когда мы сюда пришли, мы уже нашли сразу алмазные поножи. Мне кажется ли, вот сейчас мы тут найдем прям целый, полный сет вот этой всей броньки. Именно вот тут. Во. О чем была и речь? Мне кажется, все-таки разработчики реально сделали в этой карте полицейский участок самым главным местом, потому что, ну, я не знаю, любится им полицейский участок, ну, что мы можем сделать? Ничего мы не можем сделать, поэтому, ребята, пускай он тут и будет. Вот еще один сундучок. Ну, я прям, знаете, прям предсказал, я не знаю, как у меня это получилось, но я прям предсказал. И нам осталось найти ботиночки. Они будут где-то вот тут 100% на втором, на третьем этаже. Сейчас мы поищем. Ищем, ребята, смотрим. В сундучки нету... Так, тут нету ничего. Тут может... Во! Ребята, разработчики этой карты, вы ничего не попутали. Может, тут должны были быть ботиночки? Я, если честно, еще одни поножи на ботиночки не могу одеть. Вы, наверное, что-то попутали. Но может, тут еще будет какой-то сундучок. Может, они ошиблись? Фиг его знает, ребята, честное слово. Честное слово. Сундучок, сундучок, вылезай-ка, вылезай-ка, сундучок. Вот. Да! Алмазный сет финальной части прохождения вот этой замечательной карты. Круто, ребята, мы это все выкладываем. И давайте мы даже фейерверк тут запустим. Прямо вот тут. Прямо вот тут в здании, знаете? Прям техника безопасности на высшем уровне. Только Эдисон, наверное, может запускать фейерверки в здании, да? Ну, хорошо то, что пожарной сигнализации тут нету. И сейчас нас тут не затопит вода. Так, я вижу табличку, я вижу... Вызови вертолет на крыше больницы. 1, 2... На... Ребята, сейчас. Вы поняли, что нам дали? Нам дали 3 фейерверка, смолбол, маленький какой-то шарик, крипер
и какой-то огромный шар. Ну, в смысле, да. И нам нужно это все вызвать. Вертолет на крыше вот этой больницы, как я понял, потому что тут только одна больница, и вот она, ребята. Мы, кстати, туда шли вроде в предыдущей серии, мы даже забирались на крышу. Я прям предсказал то, что нам нужно будет вызвать вертолет, который будет находиться у нас где-то на крыше. То есть мы его вызовем, он к нам прилетит, и мы успешно, я на это хочу надеяться, сбежим с этого города зараженного. Только я почему-то днем не вижу ни одного зомби. Мне кажется ли, в предыдущей части вот этой карты было прям офигеть, как много зомби. Ребята, вы помните вот это? Прям на каждом шагу было по 5, по 10 зомби, даже и ночью, и днем. А ночью вообще спавнились какие-то сумасшедшие нафиг зомби. То есть днем были вообще... То есть большое количество зомби, да, днем было очень много зомби. О, нифига себе, изумрудик нашли напоследок. А днем было очень много зомби, они спавнились везде, в любом здании. А вот... Ночью их было еще намного больше. То есть там были, помните, ребят, какие-то сумасшедшие зомби, которые имели прям нереальную скорость, которые вас могли догнать, я не знаю. Ну, хоть где бы вы убегали, куда бы вы ни бежали, с какой скоростью вы бы ни бежали, они вас могли догнать, да, потому что они были нереально быстрые. А вот в этой части я, если честно, что-то нифига не вижу, чтобы были какие-то прям суперсильные зомби. Вот, ребята, мы добрались на крышу, это у нас тут, опа, нифига себе, это у нас тут лифт. Кстати, в лифте у нас что-то есть. Ну да, это типа спускаться, но ничего тут не работает. Нерабочий лифт, нафиг. А тут что у нас есть? Может, тут у нас что-то запрятано есть? Может, еще какой-то алмазный меч? Фиг тебе, а не алмазный меч, да, Эдисон? А, я так и понял, спасибо. О, я еще одну табличку вижу, и что у нас тут пишет? Вызов, то есть нам тут нужно вызвать вертолет, как я понял. Но давайте мы это сделаем ночью, чтобы наши фейерверки было лучше видно. Ну что, ребята, вот уже, в принципе, почти наступила ночь. Я уже дождался, сейчас подойдем, пока последние лучи солнца зайдут за горизонт и... Первый наш фейерверк, это будет большущий красный шар. Посмотрим, что он нам себя представит. Ребята, вы готовы вызвать вертолет, чтобы сбежать с этого города? Ну что, ребята, первый пошел. Круто, круто. Прям еще и дождь начался. Знаете что, давайте мы тогда звук немного убавим, потому что дождь у нас очень громкий, а кто любит вообще громкие дождь, тем более в Майнкрафте? В жизни я люблю, ребята, я не знаю почему, но в жизни я прям люблю дождь, ну, как вам сказать. Я люблю снег и дождь, но, к сожалению, я их не очень часто вижу, потому что тут, где я живу, тут, в принципе, такая тепленькая погода круглый год, да, тут даже зимой плюс 15, даже больше иногда бывает. Поэтому, хоть я люблю дождь, но я его буду наблюдать только в Майнкрафте. Если бы он еще такой шумный не был, было бы вообще отлично. Ну что, ребята, второй фейерверк у нас пошел! Круто. Да. Нам, конечно, помешали и тучи, и также дождь. Поэтому, ребята, выключаем мы нафиг дождь. Мы не увидели второй фейерверк. Что это было, ребята, я не знаю. Может, что-то красивое, но, к сожалению, мы не увидели. Но сейчас мы увидим зато прекрасное звездное небо и последний наш фейерверк. Ребята, вы готовы перед тем, как вызвать вертолет? Я готов. Ну что, поехали. Бум. И это у нас, да, там был какой-то крипер, я, если честно, толком не заметил, но что, где наш вертолет? Ух ты, ни хрена себе, мы реально призвали вертолет, который пришел, прилетел нам на помощь. И он один, то есть мне одному напоминает вот этот вертолет с предыдущей части, только он немного усовершенствован, да, то есть цвет поменялся, и он стал немного таки красивее, что самое крутое. Давайте мы откроем вот это. Так, забежим прям, знаете, специально вот это сделали. И здрасте, пилотики, как вы тут поживаете? Вы за нами, да, прилетели? Что вы нам приготовили? Куда мы сейчас поедем? Я надеюсь, то, что вы меня на какие-то эксперименты не... Понесете, не полетите в какую-то лабораторию. Я надеюсь, что нет. У меня все-таки иммунитет, ребята. Да.
А вы знаете по фильмам то, что у тех, у кого иммунитет против зомби заражения, те люди всегда нужны каким-то ученым сумасшедшим. Поэтому, ребята, как я... Да, как в принципе я и предполагал, у нас тут находится нажимная плита, а под нажимной плитой у нас находится все-таки командный блок, который нас сейчас телепортнет на конец карты. Точнее, это в принципе уже конец карты. Мы призвали вертолет. Если честно, в этой карте он намного круче за нами прилетает, потому что в предыдущей карте нам нужно было его просто найти, встать на командный блок, чтобы мы закончили карту. Сейчас вот такое небольшое испытание, мол, пробраться в полицейский участок и все такое. Но все же, ребята, сейчас мы будем заканчивать. Давайте тпхнемся туда, точнее, давайте полетим туда, куда нас отправит вот этот вертолет и вот этот пилот, ребята. Вы готовы? Давайте. Это, дайте мне выбраться. Это пляж какой-то, заборчик и дом. Башки зомби, кровь. Круто. Я правильно понял то, что это наш новый дом? Ребят, я правильно это понял? То есть это наш новый дом! Вот где кончается карта, ребята. Мы нашли убежище, как видите, вокруг нашей деревни. Какой деревни? Вокруг нашего дома есть заборчик. И, в принципе, к нам зомби больше не смогут подобраться. Мы, ребята, будем тут выживать будем тут. Также у нас уже есть наш лучший новый друг. Привет! Давай ты с нами прогуляешься. Давай за нами. Хватит охранять дом. Все, сейчас пришли твои хозяева. Сейчас мы будем тут выживать. Как видите, у нас тут уже есть ферма для того, чтобы в дальнейшем нам развиваться. У нас есть пшеница, у нас есть картофанчик, у нас есть морковушка. Также есть дерево, где мы можем просто-напросто в жаркие летние дни или, в принципе, зимние, неважно, все же мы на пляже тут живем. Посидеть и просто подумать. И, кстати, у нас есть тут... Да, у нас есть тут лодочки на всякий пожарный случай, как я заметил, потому что... А вдруг тут наберется куча зомби, как в «Ходячих мертвецах». Я не помню, какой это был сезон, третий... О, песик решил скупаться. Я не помню, какой это был сезон, третий или четвертый, там, где они выживали в тюрьме. Ребят, напишите, кто смотрел «Ходячих мертвецов», то, что... А помните... Когда все-таки много зомби собралось, и они начали прям стадом вот этим всем ломать заборы. Ну, хреново, если такое произойдет, но все же. Давайте спасем его. Давай наружу. Давай. Скупнулся. Хватит. Все, давай. Хватит. Да, давай, спасли собачурку. Да, встряхнись, молодец. И, в принципе, даже если нам будет грозить какая-то опасность, мы просто быстренько седаем в лодочку и. Да хорошо, все, давай, вылезай. И мы просто-напросто отсюда уплываем. Ну, крутая концовка, ребята, реально крутая концовка. Давайте посмотрим, что у нас тут за домик, прям такой на пляже. Нифига себе, тут у нас будет склад вещичек. Тут у нас окно есть, тут у нас... Ну, круто, тут у нас и печки есть, и верстаки есть, и даже очень красивый дом, ребят, согласитесь, что реально красивый дом. Тут у нас зачаровальня даже есть, и тут у нас даже есть кровать, где мы можем спокойно отдохнуть. Реально красивый дом, мне нравится. Прикольно. И все, ребята, мы можем тут выживать. А ты сиди вот тут на входе, вот сиди и просто смотри. В принципе, ребята, мы реально уже будем прощаться с нашим новым дружком. Да. Ну что сказать, карта мне реально понравилась, ребята, пишите, вот честно, мне нужно знать, хотите ли вы продолжение, пишите в комментарии, хотите ли вы этого или нет, потому что, ребята, если все-таки мы наберем 1200 лайков, если мы наберем, а если мы еще больше лайков наберем, то я вам даю слово то, что... Намного быстрее выйдет новая серия. Каждый ваш лайк решает, насколько быстро выйдет серия. Вот честно, ребята, каждый ваш лайк. Поэтому не поленитесь потратить одну секунду для того, чтобы видео вышло намного быстрее. В принципе, да ты дождь конченый, а. В принципе, не так-то это и сложно. Поэтому, ребята, не ленитесь. 1200 лайков, выходит новая карта. Когда она выйдет, зависит только от вас. Чем больше мы лайков наберем, тем лучше. Ребят, я еще раз вам говорю большое спасибо за то, что мы на каждой серии про зомби-карту набирали больше, чем 3000 лайков. Вы реально офигительные подписчики. Я говорю вам большое спасибо. Я вам всем жму руку, всех целую, потому что набирать по 3000 лайков за один день на каждой новой серии зомби-апокалипсиса, это реально стоит того, чтобы пожать вам руку и сказать вам большое спасибо. Поэтому, ребята,
Не ленитесь, ставьте лайки, также подписывайтесь на мой канал. Как видите, я люблю своих подписчиков, и каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, кто еще не подписан, нажимай красненькую кнопочку и вступай в нашу большую и дружную семью. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, сейчас мы будем заканчивать, к сожалению, но встретимся в следующей серии. Когда она выйдет, мне нужно знать, ребята, хотите ли вы этого или нет. Вы знаете, что делать, чтобы доказать то, что хотите. Когда она выйдет, зависит только от вас. А сейчас мы будем уже заканчивать. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Вы реально заслуживаете уважения, потому что не все досматривают видео до конца. Многие просто его перематывают или просто выключают на самом начале. Кто досмотрел, большое вам спасибо. Я еще раз скажу большущее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.